Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go Show. Здравствуйте, наши дорогие. И наши друзья на каком канале? Вали Гориги. Ого, это совсем что-то новенькое. Baby Гоши. День, как выглядят динозавры? Ну, зеленые. Зеленые. Это единственное, ты все же знаешь, Дэн. Сегодня мы познакомимся с древним миром динозавров в игре Jurassic World Evolution. Погнали! О, день, музыка как из фильма. Universal Pictures Presents. Вообще. Огонь? Да. Это вся наша целая планета Земля. Поехали? Да. Окей. О, добро пожаловать, я доктор Ян Малькольм. Добро пожаловать. О. Я доктор Ян Малькольм. Зря звучу. Возможно, вы обо мне слышали? Нет, не так. Вы должны были обо мне слышать, тем более, раз уж вы здесь. Перед вами острова, которыми вы должны будете управлять. Если сможете. 5 смертей. 5 смертей? 5 смертей. Если вы только 5. Серьезное такое название. Заявка на успех, я бы сказал. Почему бы не начать с острова Исла Матанцерус? Там довольно безопасно. Да, здесь можно окунуться в работу. Исла Матанцерус. Ой, а это что такое летит? Вертолетик. Мам, вертолет летит. Хорошенько подготовиться к встрече с ним. Смотри, сейчас будет красота. Ну что, Денюш, начнем строить свой парк с динозаврами? Да. Вон уже там какие-то построечки парк, есть, Дин. Парк с динозаврами. Парк с динозаврами. С зелеными. Давай, строить лабораторию. Досуну новые исследования. 6 новых динозавров появились в исследовательском центре окаменелости, из которых мы будем получать новые виды. Вот, смотри, Денечка, у нас загончик есть. И надо к нему пристроить лабораторию Хэммонда. Здесь выводят новые виды динозавров. Представляете, друзья? Ой. Ну, давайте. Где-нибудь вот здесь поставим, да? Давай дорожку строим. Там еще есть динозавры. Динозаврики есть. Смотри, дорогу сделали, все, у нас... Деня, мы сейчас будем выводить новый вид динозавров. Инкубационный цех. Вывести динозавра. Струтианим. Прогресс генома 65%. А что-нибудь еще? Ох ты, а тут можно модифицировать геном. День, смотри. Живучесть у него меньше, зато... Зато что? Рейтинг у него выше станет. Давай выберем этот ген. Правильно? Что такое? Так, а здесь что? О, и живучесть, продолжительность жизни увеличим. Все, супер. Да? Использовать ген. И вот этот ген используем. У нас сейчас будет сразу модифицированный... Как там назвали этого динозавра, день, ты запомнил? Да. Струтианим. Вывести. Так. Последний раз. Всегда есть последний раз. Какой-то... Доктор Ян Малькольм очень пессимистичный товарищ. А мы верим в хороших динозавров, да, Денюш? О, выпускаем динозавра, День. Вот это вот. Давай, выпускаем динозавра, да, с тобой. Дюшан назад. Знаешь, нажимай, назад? Конечно. Как? Мы выпускаем динозавра, друзья. Давай, выпусти динозавра. Давай. Ну-ка смотрим, сейчас у нас выходит динозавр. Деня, смотри. Мам, динозавр! Зеленый! Смотри, слушай. Это наш первый динозавр! Ура! Ну все, посмотрели на красавчика? Нам надо с тобой деньги теперь зарабатывать, чтобы много динозавров разных выпустить. И познакомиться со всей флорой и фауной древнего динозаврового мира.
и растения, и животные нужны, правильно? Что? Интересно, а можно здесь папоротники выводить древние? Си. Как вы думаете, можно или нет? Если вы играете в эту игру, напишите нам в комментариях, да или нет. Си. И ставьте лайк за первого нашего стритянима. Как? Правильно я сказал? Идет. Да. Давай выберем науку день. Доктор Каджал Дуа, научный отдел. Строим экспедиционный центр для того, чтобы добывать окаменелости. Ну что, принимаем ли условия? Да. Контракты можно запрашивать у глав отделов в комнате управления. Выполняйте их, чтобы получить репутацию и дополнительные средства для расширения парка. Супер. Сейчас сделаем. Ну давай. Значит, построим экспедиционный центр. Будем добывать окаменелости день. Ну, вот. Так. Вот так? Да. Да, босс. Как скажете, босс. Обязательно надо самолет. День, ты понял? Да. Со всеми отделами надо дружить. Но со всеми отделами надо дружить. Но мы в первую очередь будем дружить с отделом науки. Сейчас достроится наш экспедиционный центр, и мы отправим экспедицию за нашими первыми окаменелостями. Дорогу надо построить, День. Строим? Так. Нет. Вот так. Первые шаги. Контракт выполнен. Мы пока еще выведем одного динозавра, да? Выполните контракт, и ваша репутация в научном отделе повысится, а значит, вы сможете браться за более сложные и ответственные поручения. Да, конечно, шеф. Все мы сделаем, обязательно. Так. Ну что? О, выведение динозавра с неполным геномом может закончиться неудачей. Ужас! Но я и не говорил, что создавать динозавров легко. Представляешь, Дэн, да? Да. Ой, сейчас будем не геном, а яйцо перепускать. Центр позволит вам отправлять команды палеонтологов на поиски новых окаменелостей динозавров. Понял? То, что я тебе и говорил. ДНК. Будем. А из ДНК ученые вырастят настоящих, живых динозавров. А без них мы никуда. Будем находить новых диносов. Больших и страшных. Дальше. Обязательно. Так, ну что? Дальше. Давай разберемся сначала с нашим динозавром, которого не вывели, да? А потом отправим в первую экспедицию. О, новое сообщение. У меня есть для вас заманчивое предложение. Она хочет, чтобы мы получили 50% генома трицератопса. У нас будет большой травоядный динозавр с рогами. Мы должны набрать 50, хочет она. Пока наш мужчина нам просвещает нас, мы сейчас еще двух динозавров выпустим. Работаю. Да, Денюш? Да, работаю я. Выпускаем динозавра. Выпускаем еще одного. А что написано? Выпускаем и ожидает выпуска. О, выпустить, отмена. Он побежал, смотри. Вот он, видел? Бежит. И второй, смотри. Ну что, сейчас экспедиция вернется, и мы сможем... Выпустить. Так, ну со Струтиомимом все понятно. Давай посмотрим, прилетела ли наша экспедиция. В центре окаменелостей извлекают ДНК из окаменелостей и янтаря для создания новых геномов динозавров. Просто потрясающе. Мы поняли. Так, и что у нас есть из окаменелостей? Денюша, смотри. У нас есть Струтиомим. У нас есть еще Струтиомим. А, смотри-ка, трицератопс есть. Давай извлекать ДНК трицератопса, правильно? И у нас есть, знаешь кто? Цератозавр. Это хищный динозавр, который питается травоядными динозаврами. Представляешь? Сейчас наша экспедиция вернется. И мы будем выполнять задание лаборатории исследовательской.
Так, а мне кажется, нам надо еще что-нибудь из развлечений построить, чтобы туристов привлечь. Давай построим, например, фастфуд. Да? Как же без фастфуда-то? Наверное, там... Зеленый. Да. День, я знаешь, что думаю? Наверное, там производят картошку фри в виде динозавров. Как ты считаешь? Да. Да? Вот так вот поставим. 0,9. Да, здесь 0,9. Вот они, новые окаменелости, день. Супер. Сейчас застроим магазин, посмотрим, привезли ли нам еще трицератопсских геномов. Так. Смотрим. А надо будет еще не забыть дорожку поставить, видишь? А вот это лэпы, надо будет еще электричество здания соединять. Да. Если нам не будет хватать, нам придется новую станцию построить. Электростанцию, представляешь? Да. Так, ну давай пока посмотрим в центре окаменелостей. Ну, вот он, окаменелость трицератопс. И еще одна. Смотри, качество на 3 звезды. Давай выводить ДНК. Так. И фастфуд надо соединить дорогой, правильно? Мы причем сейчас много дорог сделаем. Вот так вот, чтобы у нас все было серьезно. Нет, да-да-да. Нет, да-да-да? Нет. Нет. Все, мы в ожидании с тобой. Сейчас да. Появится у нас новость, что ген готов. 12 секунд еще, день. 10. Так. А пока поставим цены, например, в фастфуде чуть повыше. Чтобы нам зарабатывать, правильно? Новый жизнеспособный ген! Трицератопс! Доктор Каджал Дуа аж заволновалась. Ты видел? Ну что, сейчас будем выводить нашего динозавра? Друзья, сегодня мы познакомились с игрой Jurassic World Evolution и вырастили своего первого динозавра. Если вам понравилась эта игра, ставьте на пальцы вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте свои самые лучшие комментарии. Если вы хотите продолжение этой игры и увидеть, как мы вырастим трицератопса, ставьте еще больше пальцев вверх и, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик. А на сегодня все. До новых встреч. Пока! Пока!